Социально-реабилитационный центр «Причал надежды» в Заволжье посетил в Рио губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Учреждение – временный дом для детей и их мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В сложный для воспитанников период социальные работники делают все, чтобы их подопечным жилось комфортно. К примеру, в центре открыли отделение социальной реабилитации, где можно получить психологическую помощь и поддержку. Сотрудники оборудовали сенсорную комнату, которую воспитанники называют волшебной. Здесь с детьми работает психолог. Здесь мы занимаемся по 2-3 человека небольшими группами. Это работа с чувствами ребят. Да? То есть очень серьезно. В рамках грантовой деятельности мы продолжаем развивать. У нас есть еще более современное оборудование, еще одна комната. Сейчас в учреждении живет 37 детей от 3 до 18 лет. Ребята проживают группами до 10 человек. У каждой группы своя спальня, учебные комнаты и зона отдыха. Работают спортивные и музыкальные залы. Все для того, чтобы дети чувствовали себя как дома. Как кормят? Очень вкусно. Вкусно? Да. На завтрак что дают? На завтрак дают кашу, бутерброд, какао. Понятно. Для мамы беременных женщин работает социальная гостиница. В учреждении может обратиться любая жительница области. В помощи не откажут. Глава региона также пообщался с воспитанниками и поздравил их и работников центра с праздниками.